Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал. Я в Ашане. Еду на дачу и решили мы с папой зайти за покупками. Здесь очень вкусные чебуреки продают. Идем покупать чебуреки. Ну и так, что-нибудь по мелочи из продуктов. Поэтому приглашаю вас в Ашан. Мы находимся, кстати, Ашан, Пушкина парк, торговый центр «Акварель». Вот. Идем в Ашан. Я вам покажу там, что есть, что мы купили, ассортимент, может быть, какие-нибудь духи посмотрю, там, по примеру, что-нибудь такое посмотрим, и уже поедем дальше. Вот, так что, друзья мои, заходим. Вот, пишите мне, пожалуйста, как у вас дела, как ваше настроение, какие у вас новости, если они у вас есть. Все, я в Ашане, буду сейчас переключаться и показывать витринки, что выставлены цены, ну и так далее. Друзья мои, смотрите, виноград Даффи со скидкой по 69,90. Неплохой такой виноградик, я вам скажу. Чего? А этот почем? Такой же, наверное, да, по цене? А нет, это по 89,90. Это 89. Вот они, цены, короче говоря, на него. Все по скидкам, да по акциям. Вот этот виноград по 149. Клавиши 39. Не клавиш на весах. Ну вот, смотрите. Мандаринки 189,99. Грейпы 100 рублев. Лепесинчики по 89. А что за лепесинчики? Кстати, вот я люблю такие толстокожие, потому что они внутри сладкие. Вот не вот эти вот, а именно вот такие вот. Вот они когда толстокожие такие, они мне больше нравятся, они сладкие. Классные лепесинчики, такие мне очень нравятся. Так, помело. Помело. Так, ну что, идем дальше. Так, куда-то я пока тут хожу, я потерял папу. Он уже куда-то убежал. Вот. Ну ничего, пусть бегает. Вот, сейчас, так. Вон он пошел. Так, что у нас здесь? Вы знаете, я что-то не могу в последнее время найти брокколи, вот эту капусту, знаете, цветная, не цветная, а кругленькая, или брокколи, или брюссельская, все время путаю. Такая вот маленькая, такая вот кругленькая. Что-то нигде нет. Я все время беру ее в заморозке, а тут что-то нету нигде. Вообще ни в одном магазине не могу найти. Очень странно, даже в глобусе нету. Вот, и куда она делась, вот фиг его знает. Я ее так люблю, мне она так нравится, и в последнее время она исчезла. Если здесь найду, возьму себе обязательно. Так, по заморозочкам сейчас пройдемся, но вроде цены такие нормальные в Ашане. Кстати, надо нам с вами посмотреть, есть ли тут что-нибудь из того, что нас интересует. Или нет, может быть, только продукты. Сейчас посмотрим. Купаты, куриные 400 грамм, 119,90. Ну, неплохо, неплохо. Это что, мякоть, лопатки, свинина. Вот свинина я не очень, для меня она кажется слишком жирная. Я вот в мясе особо не разбираюсь, честно говоря. Я даже когда шашлык если делаю, все время прошу кого-то, чтобы не купили. Потому что я не особо дружу с мясом. Индейка 349. А так была бывшая цена 630. Вот, что-то у них сегодня аттракцион низких цен, я смотрю. Вот, пожалуйста, сырная витринка. Здесь цены указаны. А вот за сколько? По-моему, за... За 100 грамм, 111 рублей. Ну, честно говоря, ну, вот этот вот, этот 85. Ну, вот умножьте, да, еще там сколько там нулей, и будет такая вот цена на сыры. Ну, недешево, недешево, я вам скажу, недешево. А вот смотрите, еще одна интересная витринка со скидкой. Вот здесь вот гриль, делается гриль, ну, я так понимаю, что это собственное производство. Бедро индейки, сорти колбасы к пиву. А сколько, за штучку, что ли? А, за 100 грамм. Ну, это, наверное, 2 сосисочки. 2-3 сосиски, 100 грамм. Ну, неплохо. 69,90, нормальная цена. Это так, знаете, легкий перекус. Если кто-то проголодался, или не любите готовить, или вам некогда, можно пойти и купить. Магазин вообще огромный. Очень огромный магазин. Куда-то у меня Папахин побежал. Куда-то он понесся. Пойду я его догонять. Он мне как спортсмен носится. За ним не угонишься.
креветки, филе сельди, матиас, 89,90. Ну, в принципе, нормально. Нормальная цена на селедку. Что, побежали дальше? Пойдемте посмотрим то, что нам нужно. Пойдемте с вами посмотрим. Колбаска. Сервелат европейский, 749,99. За килограмм, я так понимаю, да, цена? Ну, наверное, да. Ореховый сервелат, 899. Мне очень нравится, кстати, Владимирский стандарт и Окраина. Вот эти два завода, которым я доверяю. Ну, колбасным заводам, которым я могу доверять. Вот мы с вами дошли до этой самой. До всего прочего. Пойдемте сейчас с вами посмотрим, найдем ли то, что нам нужно, и посмотрим, какие здесь цены на парфюмерию. Как раз вот эти вот надо здесь это дело поискать. Так, милые дамы, нашел я то, что мы с вами искали. Вот для девочек, сейчас пойдем к мальчикам. Вот такие вот здесь ароматы женские представленные, да? И вот такие вот цены. Смотрим. Вот я хочу, кстати, неплохой аромат, но что-то дороговат он. Я помню, у меня он был кстати, рублей по несколько. Так, шансит. Да, 614. Ну, нормальная цена. Так что в Ашане есть шансита. Это как раз этого новозаревская шансита. 614. Ну, нормальная цена. Не завышенная, как у них на сайте. Кстати, вот эти очень классный аромат. Вот этот вот. Имейте в виду, вот они, вот эта линеечка. Вот я не знаю, почему они скидку сделали на этот. Он, Сакура, он похож на, знаете, на что? На этот... Ой, сейчас помню, скажу, не помню. Вот этот классный такой у меня есть, он очень хороший, как-то на него делал обзор. А этот похож, как он, Инред, Арман Баси Инред, вот этот. Клеопатра, тоже неплохой. О, Фрези, 199, слушайте. Это этот Today Parfum Фрези, интересно, как он пахнет. Приятный аромат. 199, я за 110 покупал. Ну, неважно. Так, Флорай. Вот такие вот здесь расценочки. Пандора. Так, что здесь еще? Кстати, вот Green Garden, который похож на Soir de Lune. Сады у Нила. Этой, как ее. Вот он, кстати, тоже очень прикольный аромат. Green Garden. 196 рублей. Стоит брать. Сады у Нила, это Эрмес. Вот этот на Эрмес похож. Такой у меня есть коктейль. Тоже очень, кстати, неплохой аромат. Ну вот, смотрите еще, друзья мои. Здесь даже есть Мадор, танец ароматов, да? И Кузнецкий мост, 340 рублей. Потом этот духи Красная Москва. 424, нормальные цены, не подняли они здесь. Эклад. Вот этот, кстати, коктейль. Вот этот очень неплохой, рекомендую попробовать. Я он был. Так, что еще? Флораль. Ну, такие вот здесь вот женские. Пойдемте к мужским подойдем. А вот мы с вами добрались до мужских ароматов. Вот как раз здесь одеколончики представлены. Ну, видите, цены, конечно, разные. Я немножко сбавил, у меня они все по 75. Так что милости прошу к нашему шалашу. Вот они, гурманы, 21 век, по 700 с чем-то рублей, да. Вот Золотой Галеон тоже, этот новозаревский, 800 рублей он стоит. Азарт, мафия, я не знаю, что это за мафия такая. Вот этот, кстати, у меня был тоже неплохой аромат, кстати, рекомендую, чуть-чуть сладковат. Вот это очень тоже неплохой, похож на Лакост, да, вот такой вот под него этот Монблан. Тоже неплохой, кстати. Вот, так что, если что, имейте в виду, есть возможность попробовать. 350 рублей – это ни о чем, просто ни о чем. Вот, так что, вот, друзья мои, вот, такие расценочки здесь на парфюмерию, на бюджетную. Вот, так что, кому интересно, в Ашан и пробовать ароматы. Друзья мои, купил я себе... Вот такую вот водичку. Помните, я показывал за 350 рублей. Ну, 351, там 350,99. Ждите обзора на него. Я затестил, очень даже приятный аромат. Так что, ребят,
Очень даже неплохо. Очень даже неплохо изучу его и сделаю на него обзорчик. Идем с вами дальше. Ой, чебуреки. Нам надо купить чебуреков. Чебуреки. С мясом баранины. 59,99. Чебурек с мясом. 52,90. Беляш с мясом. Чебурек с ветчиной и сыром. Какие будем брать? Вот эти. Сколько? 6 штук баранины. Да. 60 рублей. Друзья мои, времени очень мало, поэтому такой небольшой будет обзорчик. Слушайте, хотите поржать? Это вообще смешно. Сейчас поснимал, когда мы сейчас чебуреки покупали, да, вот интересно. И женщина говорит, а у нас снимать запрещено. Я говорю, да, написано, что запрещено. Нам директор сказал. Я говорю, простите. Какие интересные. То есть, первый раз слышу, вообще нельзя было снимать. Как бы, да, вот, не знаю, чем это связано. Но я же ничего не нарушаю, живу в свободной стране и так далее. Да? Но мы с вами еще обсудим. Такая вот тема для обсуждения. Вот. Ну, как бы отпугивают клиентов, ради бога, какие проблемы-то, да? То есть никто даже в ритуале мне никакого слова не сказал, что я снимаю. Наоборот, даже, да, пожалуйста, снимайте там все. В огромном Ашане нельзя. Интересно, как себя. Ой, ну да ладно. Короче, друзья мои, поехали мы дальше. Все, я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня, позитивного настроения. Всех люблю, всех обнимаю. Всем пока. До новых встреч. Еще увидимся. Пока-пока-пока.